Хорошо, соседов. Вы по-прежнему у нас впереди планеты всей. Мне кажется, Саша переработал на этом проекте. У него явные проблемы с голосом. Ему видно, это просто очевидно. Местами он куда-то пропадал, этот голос. Местами мы слышали какой-то жуткий рык. И это было фальшиво. Да, тоже в каких-то моментах не хватало то ли голоса, то ли дыхания. Ну, там именно проблемы. Проблемы на связках, я не знаю, то ли узлы, то ли что-то, но это очевидно. Каркай, совершенно. Это я тебе дам проблемы. Вот. Это просто то, что я услышал. Теперь у тебя проблемы, соседа, учти. Уже началось. И потом, вы знаете, мне он, Сашенька, в этот раз напомнил своей... Вот этой вот манерностью, своими ужимками Несобенова Петра Мамон. Вот это, да? Невинно. Вот это вот было, конечно, ужомками? Тоже не очень эстетично и не очень, что ли, комфортно для глаза. Все. Понимаете? Голос был не комфортен для уха, а внешний облик и манеры некомфортны для глаза. Поэтому 8.